Первый заместитель главы городского округа Лыткарино Константин Кравцов совместно с представителями общественной палаты города произвели осмотр ремонта пищеблоков школы номер 3 и гимназии номер 7, а также проверили туалетные комнаты на наличие кабинок, перегородок в санузлах и гигиенических принадлежностей. В школе номер 3 и гимназии номер 7 в летнее время был осуществлен капитальный ремонт зоны пищеблоков, во время которого была полностью заменена вентиляция, электропроводка, старое оборудование демонтировано и установлено новое, выполнена замена плитки на полу и стенах, произведена побелка и покраска всех помещений, включая подсобные, заменены светильники и раковины. К этому учебному году мы вот смогли провести такой большой грандиозный ремонт для наших детей и успели при всем том, что было трудно, потому что у нас пункт ЕГЭ до 3 августа, у нас были экзамены, но к началу учебного года мы смогли в максимальные сроки выполнить. Та организация, которая осуществляла ремонтные работы, которая выиграла вот все это. И она сделала все возможное для того, чтобы мы учебный год начали. 1 сентября уже мы кормили детей в нашей новой столовой. Ремонт пищеблоков произведен качественно и своевременно. К началу учебного года данные объекты находились в надлежащих состояниях. Валерия Федотова, Алексей Устинов. Новости Лыткарино.